Симфонический оркестр открыл свой 21-й сезон. Несколько десятилетий он на одной волне со зрителем. Ежегодно дает около 40 концертов. В репертуаре произведения мировой музыкальной классики различной направленности. Чем в этом году оркестр удивит и порадует своего постоянного слушателя, узнала Елена Хромова. Музыка – это следы, по которым можно вернуться в разное время. С ритмом в жизни, с мелодией в душе и с музыкой по жизни. Тамбовский симфонический оркестр поведет своего зрителя в такой уже знакомый и в то же время неизведанный мир классической и современной музыки. Открывать свой сезон оркестру пришлось в Краеведческом музее. В первом отделении звучал Брух. Это редко исполняемая музыка, ей не присущ драматизм. Композитор писал музыку доступную, ясную, уравновешенную. Поэтому и оркестр звучит ярко и красочно. Выбор репертуара стал открытием не только для зрителей, но и для музыкантов. Для меня вообще каждый концерт открытие, поскольку это всегда ты открываешь музыку для зрителя, даже знакомую, известную, также для себя, потому что каждый раз музыка, она ведь рождается здесь и сейчас. Как бы ты ни готовился, как бы ты ни делал какие-то заготовки, ни учил это с коллективом, все равно эта вещь сиюминутная, и она существует только в тот момент, когда звучит. Во втором отделении снова сюрприз. Открыть сезон приехал молодой пианист из Испании Карлос Мариго. Вместе с оркестром он исполнил Бетховена. Бетховен эту музыку уже писал, когда он уже думал о будущем. Эта музыка уже как классика, да, но уже как чуть-чуть читается очень как современная. Зал не полон, но дело не в количестве, а в качестве. Качество исполнения на высшем уровне. Среди зрителей – истинные ценители классической музыки. Постоянно это заряд новой энергии, новых впечатлений. И всегда приятно общаться с теми, кто для нас готовит этот концерт. Я не люблю эстрадную музыку, я не люблю громкую музыку. А классическую я люблю. Нам так нравится концерт. Мы ходим уже какой, 8-й год. Мы такие довольны, счастливы. Нам дает такое вот вдохновение, радость. Так что нам очень нравится концерт. Старт новому сезону дан. С каждой новой программой симфонический оркестр постарается в хорошем смысле слова угодить тамбовской публике. Остается только следить за развитием событий на афишах города. Елена Хромова, Валентин Толстых, Ольга Кириллова. Область новостей.